Сегодня день российского предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса Хакасии с этим праздником поздравил глава республики. Лучшим вручил благодарности. Сегодня в республике более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, большинство – индивидуальные предприниматели. В основном они заняты в торговле и в сфере услуг. На предприятиях бизнесменов трудоустроено более 40 тысяч человек, а оборот превысил 60 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Виктор Зимин отметил, что вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона постоянно растет. Праздник относительно молодой, учрежден указом президента страны в 2007 году. Он не является выходным днем. У всех, кто занимается предпринимательством, вообще не бывает, что такое выходной день. Поверьте, я знаю, что такое заработать свой рубль.